Здравствуйте, уважаемые любители природы. Мы нашли целое ведро ужей. Надеюсь, вы их видите. Я надеюсь, что такое же ведро под ногами моими не. Я бы с удовольствием ближе подошел, но что-то не хочу, что-то меня ломает. Вон они какие. Видите, сколько их тут? Давайте поможем сосчитать, сколько ужей. И зачем они в клубок собрались? И ужили это. Фу. Так, вот этот вот ползет в мою сторону, это мне не нравится. Я решил поменять точку обзора. Опа. Фу. Слушай, а он ведь реально вон, вот смотрите, он дополз туда, где я стоял. И теперь ползет опять в мою сторону. Короче, ну вас нахер, мы пошли. О, слушай, там еще наверху, смотри.